В штабе общевойсковой армии Южного военного округа сегодня проходят торжественные мероприятия. Они посвящены столетию образования Южного Северокавказского военного округа и 73-летию Великой Победы. В мероприятиях задействованы более 200 военнослужащих и почти 100 единиц военной техники. Каждый желающий смог увидеть современное армейское вооружение, стрелковое оружие, экипировку, средства связи и разведки. А на показательных выступлениях военнослужащие демонстрируют различные приемы рукопашного боя. Кроме того, гости, среди которых юноармейцы, школьники и кадеты, могут попробовать солдатскую кашу. Праздничную атмосферу дополняют выступления творческих коллективов воинских частей, военный оркестр и казачий хор. А для тех, кто хочет связать свою жизнь с армией, открыт специальный пункт, где можно получить подробную информацию о прохождении службы. Можно пройти специальное компьютерное тестирование и проверить свою готовность к армии. Праздничные мероприятия будут продолжаться в течение дня. Гостей сегодня ждут и в поселке Спутник. Несмотря на то, что сегодня рабочий день, гостей очень много. Нас посетило большое количество школьников. Сегодня у нас в гостях юноармейцы Северной Осетии. Ну и просто семьи, дети, как военнослужащих, так и жителей Северной Осетии.